Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольный мастер-класс от Самары в 85-й школе. Студент-железнодорожник стал лучшим на московском марафоне. Третий московский марафон пробежали более 20 тысяч человек из 60 стран мира. Отличный результат на главном легкоатлетическом событии года показал и самарский студент-железнодорожник 4 курса. Андрей Пирогов конкурировал с сильнейшими спортсменами мира и свои 42 километра пробежал впервые в жизни за 3 часа и 16 минут и вошел в число лучших. Игроки баскет-клуба «Самара» Максим Кирьянов и Дмитрий Артешин, а также детский тренер Андрей Ширкин провели урок баскетбола для учеников 6 класса 85-й школы. Максим Кирьянов когда-то здесь учился. Закончился мастер-класс раздачей пригласительных на игру «Самара» с Рязанью, автограф и фотосессией. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.